крафте получается, да? Думай, не думай, и все. Ну все, накатался. Так, всем привет, с вами Руслан Богданов, и мы сегодня на Листопад Байк Сэшн в Севастополе. Как многие знают, Фракшн очень сильно заморачивается над тематиками и прочим на своих ивентах. И этот раз не исключение. Так как год 22-й, то гонка будет в два этапа. Один этап на Сапуне, где будет две трассы, и второй этап в Алуште, где тоже будет две трассы. Одна из трасс — это Enduro Trail Kit, который был, кажется, в прошлом году на рейсе. Сейчас поедем его прикатаем. У меня новый велик. Я на нем вчера покатался только второй раз, только разобрался с давлением. Поэтому на другой даунхильной трассе я половину трамплинов объехал, половину не долетел. Такая вообще ситуация. Надеюсь, сегодня хорошо размяться. У нас есть время до 12. И, возможно, не умру. Так. Так. Потихонечку поедем, Паша. Будет нам показывать немножечко, что куда, чтобы вам было видно. Оп-оп-оп. Вау. Так, отхильчик небольшой. Камней, правда, стало поменьше. Кажется, здесь прям было навалено. Босс съезжал к этого трейла. Так, она стала. Раньше было больше пыли, сейчас прям больше камней. Доброе утро. Миша Даниленко вчера уже запостил, бля. Да, видел. Спектральная Нива, бля. Короче, ребятки, сейчас вам покажу то, чего вы вряд ли видели. Бау! На нахрен, просто. Как это? Правте получается, да? Лефти. На максималку? Не, это райте. Мясо какое-то. Iron Horse. Single Speed. Еще и вот эта дичь. Такая вундербафля. Так, что, грузим? Забыл крепление в машине, поэтому свой заезд снимать не буду. Спущусь и поднимусь ребят поснимать. 50-й. Опа! О, хорош! Молодые вообще лупят просто. Пацан сейчас на... Что там? Агрессор, наверное, просто втопил. Этот втопил. Они просто, наверное, сейчас такие заряженные. Мы-то все уставшие. Тут некоторые приезжают даже без раскатки. Типа, поеду как поеду. А эти просто огонь в глазах. Вот о чем я говорю, еще один крутит просто. Опа. Вот это хороший кунчик. Хорош, давай. Хорош. Мочкается. Давай, давай, давай. Крути! Хорош! Ай. Давай, давай, нормально все, давай, погнал! Ой-ой-ой!
покопаться. А, вообще. Вот так, да, да, давай, вот так. Ага, отлично, вообще красота. Да. Оп-оп-оп, неплохо. Вообще. О, ветеран. Шарит. Давай, давай, давай. В общем, за мной, оказывается, не так уж много участников. И подняться куда-то на интересный участок я уже не успеваю. А ну-ка давай, просто первый раз такой. Оба-на, оба-на. А думай, не думай, и все. Да, так и есть. Вперед, вперед, вперед. Давай, давай. Опа. Тот самый парень, который на хартеле сломал переклюк и сейчас поехал без цепи. Вовчик. О, давай. Ля топит. Вау. Пять сек. Давай, Руся, за Джорди. Давай. Давай, давай, что у нас тут? Ага, а у тебя что? Ага, а ну крутни колесо. Ну все, накатался. Верентинова Маша из города Москва. Какое, какое, какое? Первое. У Даши 8.32 общее время, у Маши 8.28. Артем Титух 5.32. Маклаков Дмитрий. Нормально. Фига себе, 5.08. Мурзиков Павел. 2.50 и 2.17 по трассе, соответственно. Собственно, гоночка закончилась. Ой, очень приятно все было. Прям, ну вот не придраться, все хорошо. Давно так не катался. Действительно, интересная трасса после Алушты, когда там закатываешь долго. Сапун прям как будто открывается по-новому. Шок на пьедестале, просто юниор накатил всех от второго места отставания, там, точнее отрыв 20 секунд. Я считаю, очень солидно. Мы надеемся, что погода не испортит нам второй этап этого мероприятия в Алуште через неделю. Так что там уже и увидимся.